страсти поражения покусал, да? Его паранойя, правда, передалась тебе. Жень, а ты вот видишь, что Артем играет, что он использует Кристину, вот эта вот история, которую Кристина, которую он на место пытается вместе. Кристина говорит, что Артем хайпажор, что он хайпует на Кристине, потому что она достаточно популярный участник. Да нет, опять метель! Да я это не говорю! Опять корона, это опять! Сказал, что он хайпажор на чай лобного. Ну, хайпажор? Странный хайп. Вот люди, которые смотрят Дом 2, это в основном женщины, там молодые девушки и так далее, они не слушают музыку Артема, соответственно, бессмысленный какой-то хайп. Я думаю, что здесь нету как бы как Кристина параноид. Хайпа. Я думаю, что Артем просто иногда не понимает, что может обидеть Кристину. Я про что говорю, да. Ребят, Яна, Надя, можно я скажу? Лешенька, обязательно тебя. Я не заинтересованное лицо. Не до ребят хотел, слушай, послушай. Надь, ты заинтересованное лицо в ситуации? Нет, я хорошо отношусь к ребятам, но проблема тут вот у троих одна. Не расставленные границы. Не в отношениях, то есть вот они в теории говорят правильные вещи, но на практике никто им не следует. Тёма не может выставить границы так, чтобы Лёша не лез в отношения. Кристина не может выстроить границы так, чтобы и Лёше, и Артёму было комфортно, ну, в каждой ипостаси с ним общаться, ему как другу, ему как парню. Лёха не может выстроить границы, он лезет везде, потому что границы не выстроены. Вот когда люди до чего-то сядут,